всем привет, это Дава Дым, это Хукаплей с Чебоксары. По многочисленным просьбам, это рубрика «Годные миксы» от Дава Дыма. И, как я и говорил, по многочисленным просьбам мы теперь будем собирать миксы из самых дешевых табаков, которые вы можете себе позволить, собственно. Потому что, учитывая комментарии из прошлых выпусков, многие люди не могут себе позволить купить, допустим, пачку Дарксайда. Я не знаю, с чем это связано, ребят, нужно как-то зарабатывать. Ну ладно, не суть. Сегодня мы будем собирать микс из 5 вкусов. Это щербет, ляка, адалия. Но адалия здесь не совсем принципиально. Важен лишь сам вкус. Так вот, что нам потребуется? Нам потребуется цитрус минт от щербетли. Нам потребуется айс дынька от щербетли. Нам потребуется лайм лич от щербетли. Нам потребуется клубника банан айс от щербетли. И, соответственно, двойное яблоко. Да, не надо заранее плеваться, в этом миксе вы двойное яблоко полюбите, именно в этом. И как оно будет раскрываться, это, знаете, без двойного яблока этот микс был бы неполноценный. Знаешь, вот как ты неполноценный, так и этот микс был бы неполноценным. Он у нас будет играть на общем таком фоновом контрасте, и он нам обязательно будет нужен. Так вот, начинаем мы с двойного яблока, мы его укладываем в самый низ чашки, совсем чуть-чуть, буквально грамма 3-4, не больше, даже меньше. Он нам нужен как прослойка, через которую будет проходить вся основная ароматика из 4 вкусов и насыщаться именно этой сладостью, потому что двойное яблоко — это самый настоящий сладкий вкус. Остальные же они не совсем сладкие, но мы их воспринимаем именно как сладкие. Далее, нам потребуется, все это будет забиваться слоями. Далее нам потребуется банан, клубника, лед. Микс получится очень сладкий, свежий, интересный и за счет двойного яблока очень необычный. Но как такового раскрытия аниса в этой чашке не будет. Поэтому все, кто хейтит и не любит двойное яблоко, можете смело идти покупать ради этого микса двойное яблоко. Так, далее мы выкладываем чуть-чуть больше, чем двойного яблока. Наш банан, клубника, лед. Также подравниваем. Далее нам нужен будет цитрус апельсин. То есть, ну, лайм апельсин и мята. Мы его также выкладываем слоями. Ровно в таких же пропорциях. Грубо говоря, по 1/2 каждого табака. Далее нам потребуется дыня. Мы ее выкладываем следующим слоем. Так, мы ее выкладываем. Примерно каждого табака по 2-3 грамма. И в итоге получается полноценные 10-12 грамм на чашку, на турку. Я думаю, это вполне адекватно. И не жалейте табака, ребят. И последним нашим вкусом выкладываем личи и лайм. Также в таких же пропорциях. Далее мы это все приминаем. Выравниваем с бортиком. Ну, знаете, до такой степени не до касания. Прям чтоб тютелька в тютельку было. Пускай даже немного касается. В этом нет ничего страшного. Самое главное... Подгинайте большую часть не в середине, а именно в боках. И прижимайте как можно сильнее, чтобы получился такой маленький бублик. Тогда чашка будет у вас очень хорошо куриться. И это залог успеха, так сказать, любого кальянщика. Правильно утрамбовать табак, так чтобы это было круто. Далее мы все это приминаем. И делаем, собственно, колодец. Делаем аккуратненький колодец и... проверяем на тягу. Тяга должна быть чуть-чуть тяжелее, как будто тяга должна быть чуть-чуть тяжелее, по сравнению с пустой чашкой без табака. Слишком тяжелая тяга, она потом вам все-таки сыграет с вами злую шутку, и вы нарветесь на не очень приятное курение. Наш микс готовый, думаю, все запомнили. Снизу двойное яблоко и потом уже по последовательности. Сейчас мы поставим уголечки и, собственно, все это будем раскуривать.
И думаю объяснять, как натягивать фольгу, делать дырочки. Вам не надо, вы уже всему научились. Так что пока ставь лайки, пиши комментарии, что ты думаешь по этому вкусу. И мы сейчас будем его раскуривать и уже поделимся впечатлениями, что у нас из этого получилось. Собственно, зарядили мы на нашу чашечку 4 хороших таких 22-х угля. И так как мы этот микс снимаем в Чебоксарах, в кальянной Hookah Place, то микс этот будет по классике называться Чебоксары, собственно, как и все остальные миксы, которые я забивал в разных городах. Соответственно, каждый микс я подгоняю под каждый город. Я сегодня погулял по городу, походил по набережной, по всяким красивым мостикам видел, а памятник не знаю кому, не помню кому, потому что близко к нему не подходил. Так вот, давайте, собственно, раскуривать этот микс. А, как я и говорил, кто ненавидит двойное яблоко, в этом миксе его очень сильно полюбит, потому что здесь двойное яблоко играет такую решающую ароматическую часть. А плюсы всей этой забивки в том, что все потихонечку со временем слоями прокуривается, и каждый вкус начинает через определенное количество времени играть по-разному, собственно, что и в Чебоксарах. Сегодня солнышко, через пару часов будет здесь лютый ливень, МЧС предупреждает и так далее. Да, микс получился интересный, свежий, приятный, крутой, короче. Так что это годные миксы от Дау Дыма, это Чебоксары и Hookah Place. Ставь лайки, пиши комментарии, что ты думаешь по этому миксу. Если ты его все-таки сделал, то пиши «Дава, я его покурил, и было охуенно». Всем пока!